Точка зрения Андрея Гаврилова. Андрей Юрьевич, ау. Ну, у нас мы задали хороший и плохой тон. Как это часто бывает. Ну, мы попугали. Да, вы рассказали про Гольфстрим. Мы сразу все... Ребят, это очень хорошо, потому что после Гольфстрима любые наши новости окажутся хорошими. Прекрасными. Ну, так что это замечательно просто. Мелче жить. Ну, а уже вы придумали, как мы будем жить без Гольфстрима? Мы будем жить не очень хорошо, непривычно, скажем так. Вопрос, где? Вот мы сейчас решаем, где. Вроде Австралия это тоже коснется, но не в такой мере, как Европы, США и, ну, и всей северной Северной. А в Европе и США будет плохо. Да, конечно. В таком случае мы будем очень хорошо. Ребят, вы же забываете, мы не просто хорошо живем, мы живем хорошо по сравнению с кем-то. Правильно. О, да. Правильно. Да. Вот так что чем сказать. Хуже там, тем лучше будет у нас, правда ведь? Конечно. Ну что ж, начнем. Мне просто многие разочарованы сейчас, думают, что у нас большая территория, можно будет свалить в Сибирь, а выяснилось, что вот, к сожалению... Эльбрус. Там и так холодно, там не будет холоднее. Там будет теплее. Ну, так что видите, как хорошо сидит. При Эльбрусе прекрасно, кстати говоря. Ну, вот все придумали уже. Я верю, вы заметили, хороший вариант предлагаю я, а не вы. Как мы поменялись ролями. И вокруг Москвы поганой все время будут гореть торфяники. Москва постоянно, горит. Постоянно. Они их разве погасили вообще когда-то? Я помню, в 72-м году они горели очень хорошо. И что, с тех пор они как-то погасли, что ли? Ну, как-то подпритухли немножко на фоне перестройки. Но кто сейчас притухнет? Они... При такой жизни, господи, я вас умоляю. Так нет, это же радует и многих наших соотечественников, которые не живут в Москве, ведь у нас же есть внутренняя конкуренция. Ведь радуется, когда в Москве что-то не очень хорошо, вся остальная страна радуется. Я правильно говорю? Абсолютно. Гордеев, как в Москве. А мне, как питерцу, это просто... Я готов даже полгорода под воду нам пустить. Нам пишут, Москва будет гореть, есть же хорошие новости. Это сообщение от наших слушателей. Да. Ну, видите, значит, большинство страны будет хорошо, а вы уж как-нибудь. А вы в Австралию. Ну, ладно. Сумчатый вы наш. Да. Ну, что я могу сказать? Я хочу начать с того, что в эти дни была одна не юбилейная дата, но, тем не менее, дата, по-моему, с моей точки зрения, очень важная. Еще 2 года, и будем справлять юбилей. Я не могу пока сказать, кто где его будет справлять, и, наверное, хорошо будет тем, кто будет справлять его в Австралии. Дело в том, что в эти дни исполнилось, не сегодня, это несколько дней назад, 88 лет. Чему? Беломорско-Балтийскому каналу. Большая стройка. Который начали копать, который докопали. 2 года без всякой технологии лопатами и кирками его пробивали. Сколько? 100 тысяч человек там закопано? Вы знаете, ну никто точно не знает. Считается, что до 200 тысяч. Разные цифры, но до 200 тысяч. Считалось, что вот когда его откопают, вот после этого весь наш север, тот самый север, который скоро лишится Гольфстрима, там и так его немного, но он поэтому расцветет, Карелия будет практически тропической страной, и будет экономический рай и так далее, и так далее. Как мы знаем, это привело, ну, в лучшем случае, к появлению некоторых всемирно известных сочинений типа «Архипелаг ГУЛАГ». Но, честно говоря, если такой ценой, то лучше бы это дело как-то задушили в зародыше. Через 2 года будет 90 лет этой кошмарной стройки. Хотя, с другой стороны, если так подумать, что в те годы, 30-е годы, 40-е, 50-е, любая массовая стройка, будь то БАМ, ну, БАМ, он, наверное, БАМ начинался попозже, то есть он назывался позже, начинался тогда, что БАМ, что канал имени Москвы, что Беломорско-Балтийский, все, это все ужасные совершенно конструкции, которые основаны на костях тысяч и сотен тысяч заключенных. И, честно говоря, я бы не стал даже сейчас вспоминать это, зная, что через 2 года мы к этому вернемся. Но все дело в том, что как-то меня резануло предложение или заявление, или идея господина Шойгу. И это у меня как-то сопоставилось. Хочу его точно процитировать для тех, кто это пропустил.
Нам необходимо в Сибири построить 3, а лучше 5 крупных научно-промышленных экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, а лучше до 1 000 000 человек. И не просто город построить, а столицу сюда перенести. Да, конечно, сразу разделим на 10, потому что это было сказано в Новосибирске на встрече с научной общественностью Сибирского отделения Российской академии наук. Да. То есть определенный популизм в этой фразе. Уже еще на выборы идет, не будем забывать. А эта фраза помогает идти на выборы. Это для меня полная загадка. Вспомните, что не так давно мы обсуждали то, что заключенных будут призывать на стройки. Вот заключенных будут призывать на стройки, при этом в Сибири будут строиться научные центры, при этом юбилей Беломорско-Балтийского канала, и все это как-то вписывается в одну очень странную идею. Я не знаю, кроме, что мы сейчас можем вспомнить по всему миру, наверное, только 5 случаев, вот у меня вряд ли больше, когда построенный с нуля город, пусть самыми лучшими архитекторами, как Бразилия, Немейром, да, неважно, пусть самыми благими намерениями, он становился... Бразилиада. Да, становился жизнеспособным. Так. Да, мы знаем, что недалеко от границы с Россией, в Китае построены гигантские города на 1 000 000 человек, которые абсолютно пустуют, но которые готовы в любую секунду принять 1 000 000 то ли переселенцев, то ли мигрантов, то ли военнопленных. Пойди разбери, как они там строят. А вы, кстати, не читали, что китайцы, китайское правительство уже выступило с предложениями, обратилось к Шойгу о том, что они готовы за 4 года построить все вот эти города-миллионники и даже их заселить. Коллеги, давайте мы продолжим этот разговор буквально через минуту. Друзья, Андрей Юрьевич Гаврилов и его точка зрения в эфире «Серебряного дождя». Не забывайте про видеотрансляцию на нашем канале в YouTube. Так, ну и на минуту мы буквально продолжаем. Николай пишет: не кажется ли вам, что высказывание Шойгу похоже на высказывание Бендера о городе Нью-Васюки? Да, это все отмечают, что такие Нью-Васюки, но только за Бендером стояла собственная хитрость и изобретательность. За господином Шойгу стоит, ну, как минимум, армия. Только в Советском Союзе была практика строить миллионные города в настолько суровом климате. Как-то весь мир остальной без этого обходится, пишут тоже слушатели. Вот сейчас у нас Гольфстрим остановится, и везде климат будет суровый климат. Да. Светлана из Челябинска. Предупреждаю, Урал не резиновый. Ждите москвичей. Вам 15-20 лет, покайфуйте еще без нас. Ребята. Но у нас уже на тропический рай, бананы, ананасы дешевле моркови, пишут наши слушатели. Говори. Я на самом деле не до конца соглашусь, что это утопические идеи в контексте генеральной линии партии. На осуществление... Я не очень понимаю, что такое контекст генеральной линии партии. А вот давайте сейчас вот мы сейчас это обсудим. Точка зрения Андрея Гаврилова. Мы продолжаем обсуждать линию, идею господина Шойгу. И я вас слушаю. Подробностей, честно, вот кроме того, что вы озвучили, пока у этой инициативы есть, но перенос столицы — эта идея не новая. Новосибирск разбивался в свое время именно как резервный город на случай больших войн на европейской части. Но это не немножко не то. Бомбоубежище никогда не может заменить Кремль, правильно? Поэтому... Ну, правильно, но там как не то. Ну, просто развивался город и создавался именно под это дело. Я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что я бы не относился так поверхностно к заявлениям господина Шойгу, считая это там сибирским популизмом или, так сказать, его предвыборными какими-то заходами, пиаром, потому что, глядя на популярность у нас концепцию больших строек, а большая стройка — это всегда консолидация, это всегда возможность распиливать большие бюджеты и так далее. Одна колючая проволока себе... сколько стоит, да? Ну да, да, да. Плюс можно задействовать заключенных. Количество заключенных можно у нас регулировать в любой момент. Мы сами с вами знаем. Как громкость на приемнике, политические, да, поедут просто за любое слово, сказанное сейчас туда. Скорее повезут. Повезут. Поедут не за свой счет. Я здесь... То есть опять будут пилить бюджет. Да, да, я думаю, что, в общем, вполне возможно, что это будет реализовано в том или ином виде. Я не думаю, что это будет реализовано по нескольким причинам. Дело в том, что зачем тратить такие бабки, когда их можно просто украсть?
Но подумайте сами. Вот вам дают миллион чего? Я не знаю, тугриков. На большой цели деньги всегда легче воруются, их проще. Правильно, но построено ничего не будет. Они не дойдут до конечной лопаты, понимаете? Это не важно. И тем более, что тот же Шойгу дальше продолжил в качестве примера, приведя БАМ, Целину и так далее. То есть те стройки, где, а, людей загоняли насильно, даже если это не были зэки, б, обманывали с помощью поствоенной, советской посттепельской романтики. Там, здравствуй, Целина, мы пришли нам. Ну, все эти песни, кто старшее поколение помнит. Казахстан не нужно. Оказался в экологической катастрофе в итоге, и Целина закончилась через 5 лет, как мы с вами знаем, да, истощилась. Но самое главное, что они им практически не платили. Так что этот пример, который приводит Шойгу, он как раз очень опасен. Он не подумал, наверное, что он говорит. Это не так, Андрей Ильич, потому что если возьмете себестоимость любой большой стройки сейчас, как любого большого российского дела, то в себестоимость человеческого труда, она очень невелика, у нас очень маленькая. Мы не в Европе живем. Секундочку, что значит это не так? Им практически не платили, точка. Да. Значит, те деньги, про которые вы говорите, их все-таки проще сразу забрать, когда раскрывают мешок или кошелек, чем потом отбирать у тех, как называется, бенефициаров, которые будут получать так свою нищенскую зарплату. Так и мы не будут платить, будут на обслуге, на дополнительных сервисах, но на не будет денег, дополнительного сервиса, завершение... не будет этих городов, я вас умоляю. Ну, не знаю. Город-сад не построен. Я думаю, что есть один контраргумент, во всяком случае, против переноса столицы. И вот он, мне кажется, весьма серьезный, такой основной. Знаете, какой? Но. Что московские элиты, которые облюбовали и построили, так сказать, особняки на Рублевке, там, Новой Риге и так далее, за миллиарды, там, миллиардов, они, это же все подешевеет автоматически, это потеря стоимости твоих активов. Все привыкли жить в Москве, ходить в хорошие рестораны, летать отсюда удобно в Европу, там, где учатся дети, и так далее. Вот им переезжать в Сибирь, ну, совсем не хочется. Мне трудно с вами спорить, потому что, я, насколько понимаю, ни у вас, ни у меня, ни у Даши нет особняка на Рублевке, и мы не летаем завтракать в Париж, но мне кажется, что ничто не мешает, если даже столицу перенесли там, в район Сибири, продолжать жить на Рублевке, продолжать летать в Париж, завтракать, пить кофе с видом на Эйфелеву башню, которую там, по-моему, на завтрак кто-то забронировал и так далее, и так далее. Да. Ничего не пассажир, изменится. Правильно. В любом случае, это какая-то идея, мягко говоря, неразумная. Но смешно, что она возникла. Да, и вы правы. Идея переноса столиц была... Зачем вспоминать старое прошлое? Новосибирск вспомнили. Вспомните Питер и перемещение некоторых наших чиновнических угодий в Петербург. Практически ведь ничего не вышло. Очень мало кто переехал. Упираются руками и ногами, как последний таракан на кухне. Да. Правда? Да. Так что вот да, это так. Но идея мне понравилась. Мне кажется, что эта идея означает следующее. Если переводить это на русский язык. Что-то будет... как нам надо говорить, начато или начато, я уж не помню, как говорил. Начато, давайте так. А? Начато будет. Что-то говорить. Будет начато, а это означает, что какие-то деньги пойдут, каких-то зэков туда перебросят, но не жители же Рублевки будут рыть котлованы, по крайней мере, пока что, да? Вот, так что все это дело начнется, а дальше уже это заглохнет. Но если... Как много что глохнет в сибирских лесах. Правильно, точно так же, как заглохнет инициатива господина Рогозина с расстрелами за коррупцию. А я не думаю, что она заглохнет. Вот здесь это совершенно другая вещь. Так. Потому что для того, чтобы начать приводить в действие идею Шойгу, нужны большие бабки, а для того, чтобы начать приводить в действие идею Рогозина, нужны всего лишь стоимость патрона. Mm-hmm. Оцените разницу, да? Ну... Но... И господин Рогозин не первый раз выступает с этой идеей. Если я помню еще, когда он был депутатом Госдумы, он ославил ее, в частности, этим же предложением. И то, что очень большая часть нашего населения, в отличие от идеи Шойгу, его поддерживает. И поддерживает уже много лет. Я не знаю, вы, наверное, как люди молодые, ха-ха-ха, сказал я, не помните, когда... Татьяна Максимова, да, ведущая питерского ТВ, разрыдалась в эфире и бросила студию прямого эфира и ушла из нее, потому что на невинный вопрос, готовы ли вы стать палачом, если бы у нас будут расстрелы, они получили ответ более 50%, что да, готовы. И она сказала, что я не могу вещать для такой аудитории. И так что идея Рогозина, она близка
народу. Вопрос, станет ли сам господин Рогозин фигурантом антикоррупционных расследований? С какой стороны? До стороны того, кто держит пистолет. Нет, он станет фигурантом антикоррупционного расследования. Ведь это же может и его коснуться. Не знаю, но даже некоторые наши слушатели вот пишут, правда, как люди осторожные, пишут без подписи на всякий случай, мало ли что, что правильная идея Рогозина. А давайте вот спросим, действительно, мы это редко делаем давайте в вашем чате. Плюс 7903-797-6333, номер для ваших смс-сообщений, он же WhatsApp. Напишите, вы поддерживаете инициативу Рогозина? Голосовалку включить. Расстрел? Нет, а давайте голосовалку включим. Мы не можем оперативно этого сделать не прямо хорошо, сейчас, да. Значит, тем не менее, мне как бы развернутые мнения в СМС или в WhatsApp. Поддерживаете ли вы инициативу Рогозина о снятии моратория? У нас не запрещена у нас, да, мораторий на смертную казнь для значимых коррупционных преступлений. Для значимых, нет, вообще для значимых преступлений. Да. В принципе. Я, конечно, понимаю, что тут же все будут писать про педофилов, про все такое прочее, но не важно. Хотел бы это общая идея. Тем не менее, мы сохраняем мораторий или снимаем. Да. Ну, вот интересно, что будут писать. Кстати, вот Геннадий Ставрополь, который обещает писать вопросы и комментарии. Геннадий, ну где же вы? Ну, пишите, пожалуйста. Да. Так, Александр из Твери. Рогозин после этого не застрелился, чтобы личным примером? Нет, не застрелился. Так. Рогозин, конечно, считает, что он останется среди той части элиты, которая расстреливает. А но это все практика показывает, кто это был наш, что жизнь непредсказуема. Кто это был наш самый великий деятель философии и культуры русской, российской, который заявил, что крепостное право — это благо, я забыл. Этот был то ли Зорькин, прошу прощения, если ошибся, да, господина Зорькина. В общем, кто-то из наших элиты, пардон, да, да, неприличное слово, говорил, что крепостное право было благом. Он ведь тоже считает, что если завтра ведут крепостное право, он будет со стороны тех, кто сидит на террасе и щупает девок, а не со стороны тех, кто в дерьме копается в поле. Это все считают, что это судьба, да, их обойдет. Коллеги, правда? Давайте, знаете что, давайте так. Действительно, Андрей Юрьевич правильно предложил. У нас есть специальные номера телефонов, да? Ага. Да, для голосования. Все, я запустила сейчас как раз программу. Значит, давайте сформулируем еще раз вопрос. Вы поддерживаете инициативу Рогозина? Да, поддерживаю, нет, не поддерживаю. Вот и все. О введении расстрелов за коррупционные преступления. Итак, друзья, если вы поддерживаете инициативу Рогозина, звоните 8-800-700-9351. Если вы не поддерживаете эту инициативу и вы против ввода смертной казни, то звоните 8-800-700-9352. За Рогозина 8-800-700-9351. Против 8-800-700-9352. Я думаю, что до конца часа мы обязательно еще пару раз номера телефонов напомним. Голосование пошло. Мы ждем звонков. Да. Ну, ждем звонков. Это не отменяет идеи Виктора. Пишите нам со своим мнением. СМС тоже принимаем, конечно. Да. Особенно интересно, если вы против этой инициативы Рогозина. Ну вот Наталья за. Все, нутро выпьет. Воров сажать некуда. А Олег нам пишет: да хорошо бы. Но под прикрытием данного мероприятия будут убирать неугодных. Сначала нужны справедливые суды. Ох, вы как. Ох, да, конечно, справедливый суд. Самый гуманный суд в мире, это мы знаем. А насчет, кстати, насчет... мы заговорили про Сибирь. Ну, конечно, основные новости, которые идут из Сибири, это пожары, которые сейчас там полыхают. И, как всегда, эксперты, жители и вообще люди, которые неравнодушны к этой идее, разделились на два лагеря. Есть те, которые считают, что это бедствие, природное бедствие, и более того, которое, хотим мы этого или нет, но тем не менее, на протяжении столетий или тысячелетий повторяется периодически. И есть те, которые считают, что это попытка скрыть незаконные вырубки леса. Хочу только напомнить, на сегодня, там немножко разнятся цифры, но примерно 4 миллиона гектаров выжжено в Сибири. А что такое 4 миллиона? Кто-нибудь себе представляет, что такое 4 миллиона? Ну, это, например, 2 Израиля. Примерно. Да? Или 1 Швейцария. Вот он пока в последнее время... Я целиком за международное сотрудничество, видит Бог. Я считаю, что если где-то произошла катастрофа, должны всем миром помогать этой стране. Это про Турцию сейчас. Это я говорю про Турцию, про Кипр. Я говорю про то, кстати, про Черногорию с Македонией. Я говорю про то, что если у тебя сгорает площадь, равная стране,
европейской по площади. Причем не Монако, не Сан-Марино, не Ватикан по площади, а нормальная страна Центральной Европы, то надо подумать, насколько разумно за бабки посылать свою противопожарную авиацию в другие страны. Наверное, да, помогать надо всем. Но, тем не менее, вот здесь есть что-то неправильное в этой идее. А просто, может быть, это же из Подмосковья, по-моему, полетели, да, наши СПА-МЧСники? Просто туда ближе лететь, до Турции, чем туда, в Сибирь, к нам. Тоже хорошая идея. Ну, объективно. Но у меня очень было сообщение, что противопожарная авиация, например, не может взлететь местная из-за того, какой дым окружает аэропорты. Что-то здесь все-таки не то. Но мне нравится то, что в Якутии уже нашли виновных. Я не знаю, знаете или нет, или вы пропустили виновных в этих, во всем этом безобразии. Так. Это было сообщение ТАСС. Ну, а ТАСС врать не может, мы же все знаем, да? Поджигатели какие-то? Хуже. В Якутии главу поселения привлекли к ответственности за неисполнение плана тушения пожаров. Так. По данным региональной прокуратуры, администрация муниципального образования Бердихестакский наслег привлекла недостаточно сил для тушения очагов возгорания. То есть дело не в том, что не хватает противопожарной авиации. Дело не в том, что волонтеры выходят малообученные и без всякой защиты от пожаров. А дело в том, что, оказывается, привлекли недостаточно сил. Я попытался выяснить, какие силы там были привлечены и сколько там вообще населения. Не смог. Я, значит, недостаточно глубоко копнул в Википедию, но мне это не удалось выяснить. Но теперь я спокоен. Раз нашли виновного, значит, теперь уже все в порядке. Но силы обычные там, наверное, человеческие, обычно это что, конусообразное ведро, топорик и лопатка, чем у нас обычно тушат. Да. Не лопатка, а лопата. Лопата. Но я предлагаю расстрелять. Это к Рогозину. Именно. Ну, вы видите, как у нас одно в другое перетекает. Да, надо сообщить господину Рогозину. Может быть, ведра-то разворовали конусообразные? Меня в деревне, например, украли и лом, и топор, и... Зачем вы это сделали, Виктор? Коллеги, я вас перебью. У нас, к сожалению, неисправна программа для голосования, поэтому принимаем сообщения. Пишите. Боюсь, за идею о расстреле за коррупцию сам Рогозин, как виновный, может и пострадать. А одно строительство космодрома Восточный, чего стоит? Сергей, специалист, эксперт. Вы знаете, Сергей, я почему-то за Рогозина, ну, по крайней мере, ближайшие несколько лет спокоен. Вряд ли его это коснется. Но если он до сих пор не пострадал после всех наших космических успехов, то значит, он что-то знает. Так, Саша пишет нам, как бы я не ненавидела всю эту шайку братью, но нет, смертная казнь недопустима. Я против, а народ за. Вы знаете, я, тем более, что вы подписываетесь как европеец, мой дорогой. А, нет, получается, что Путин единственный европеец. Не знаю, не очень четко вы написали, но вот я обожаю эти посылы. Наш народ не знает, наш народ не умеет. Давайте конкретнее, да? Вы не народ, это я уже понял. Смертная казнь за коррупцию. Подписывайтесь, пожалуйста, если она доказана судом присяжных. Я большой сторонник суда присяжных, поскольку все-таки я считаю, что в идеале это суд здравого смысла. Но я, прежде чем подписываться под ваши идеи, наш дорогой аноним, прошу вас проанализировать, какие приговоры были в нашей стране приняты судами присяжных, особенно когда касались дела, ну, например, того, что произошло где-нибудь в Чечне или в Дагестане. И вот вы проанализируете проценты, и вот подумайте, вы по-прежнему будете так поддерживать эту идею? А тут какого-то вы не видели, оправдали, значит, авторитета нашего? Да. Угу. Недавно. На чуть ли не одного из первых, кто проходил по делу о том, что возглавлял. Ну, о том, что он вор в законе, да? Да. Как-то это новая статья как-то недавно появилась, да, у нас, да? Организатор воровского сообщества или что-то такое, да. Соответственно, у него там, его по суду присяжных гоняли, выяснилось, что присяжных одна половина — это бывшие прокурорские работники, а другая половина — бывшие зэки. Его оправдали. Неплохо. За расстрел выступают те, кто думает, что расстреливать будут не его. Я категорически против снятия моратория. Андрей из Нижнего пишет нам: нет, не поддерживаю. Коррупция доказывается трудно, а ее отсутствие доказывается еще труднее.
чудовищная идея, конечно, нет. Я против смертной казни, из Пятигорска сообщением. Я так. Против инициативы Рогозина, так как скучно потом будет без него, пишет Стас из Ставрополя. Ну, конечно, похохотать, посмеяться можно над любой На Рогозинах земля русская не оскудеет, не Дмитрий переживайте. Из Екатеринбурга пишет, готов расстрелять всех коррупционеров. Еще одно сообщение, однозначно поддерживаю, но тогда начинать надо из господина Рогозина и далее по списку. Елена из Кургана пишет, предлагаю начинать с Рогозина. Ну вот как? Главные коррупционеры перебьют всех мешающих и претендующих. Будет монополия коррупции, пишет Александр. Хорошая идея. Хорошая. Вот как? Почему начинать с самого Рогозина? Может быть, он кристально честный человек? Ничего же не доказано. Вы знаете, как проверяют качество мостов, да? Когда сами инженеры... Они стоят под мостом и по нему пускают вот его максимальную нагрузку. Да. Очевидно, это из тех же соображений. Я не знаю, мне кажется, Рогозин, он может быть неэффективный руководитель, но он кристально честный человек, он его сын. Нет никаких поводов. А сын при чем? Ну, он же тоже там... Ну, мало ли, у всех есть сын. При папе, вот. У тебя вон тоже есть сын, мы же тебе ничего не предъявляем. И сыну ничего Заметь. Не говорим. Я вас умоляю. Он еще не в том возрасте, чтобы совершать крупные коррупционные преступления. Я его еще Знаешь, не воспитал. Есть практика, одну секундочку. Когда у несовершеннолетних детей находятся коттеджи, квартиры, гаражи. А кто тебе сказал, что у моего сына этого нет? Вот и я про то же. Так, понятно. Вот и проговорился, Андрей сказал Сочи, товарищ следователь. Да? Расстрел для коррупционеров? Вы серьезно? Не смешите. Приговор выносит суд, а судьи у нас вы знаете кто. Так что расстреляют разве что Навального. Поэтому я против смертной казни. Как всегда, пострадают невиновные. Слушайте, да прекратите. Ну, у нас нет некоррумпированных чиновников. Это понятно. Сама система так устроена. Любого можно посадить и расстрелять. Нет, любого можно посадить. Это одно, нет коррумпированных, это другое. Не надо. Это не любого можно посадить, это приговор системе. Крупного масштаба. Запасайтесь под попкорном. Как интересно. Вам не интересно посмотреть, как одна часть элиты будет расстреливать другую? Нет, я согласна с нашим слушателям, которые пишут, расстреляют кого угодно, кроме коррупционеров. А так как расстреляют от живота веером, то, знаете, пострадают невинные прохожие. Не надо. Не очень интересно. Попкорн вы ешьте, наверное. Коллеги, давайте мы продолжим. Через несколько минут, друзья, точка зрения Андрея Юрьевича Гаврилова в эфире «Серебряного дождя» до конца этого часа.